Большинству людей задача ясна. День для праведных трудов, ночь для сна. Ну а мне, я по натуре сова. Ну как петля мне эта жизнь большинства. Я люблю и даже очень это время, время ночи, кисть, краски, ночью время творить. В голове сплошные рифмы, а рука скользит по грифу. Вот где жизнь-то, это чего говорить. Но говорят, что тем, кто рано встает, всем им где-то что-то Бог подает. Ну а я как рассвело, я в кровать. Ну и что мне в ту кровать подавать? И выходит, в этой роли я лишен законной доли, а вот кто-то явно взял мне свое. Хлеб насущный или мани мою долю прикарманил, умыкнул мое и не отдает. Но это мелочь, есть проблема одна, называется проблема жена. Ой, любимая моя, не сова, она жаворонок из большинства. И твердит моя супруга, что мы в разных точках круга, что, мол, это не любовь, а фигня. Что не хочет, мол, и точка быть женою-одиночкой, что надо что-то срочно менять. Ну, а я как погляжу ей в глаза, но тут же чувствую, что полностью за. Верю в то, что жить так больше не мочь, но до тех пор, пока не спустится ночь. И опять пошло сначала, стоит лечь под одеяло, нет бодрее на земле существа. Ночь идет, а мне не спится, по скрипучим половицам пробирается на кухню сова. Пробирается на кухню сова, пробирается на кухню сова.